Но... Это дорого стоит. А это вот такие древние или нет? Нет, не древние. Профессиональные инструменты вот сюда стоят. Они около 30 тысяч драмов стоят. 30 тысяч. Да. Но если кто-то умеет играть, тогда... Это 10 тысяч. Вот 10 тысяч. Это профессиональные, это не профессиональные. Вы знаете, профессионал? Да, я знаю, что это, да. Да. А вы на каком-то это играли? Ну, я на профессиональном играю. Ну, для вас, допустим, я с этим, да, ну, это самое хорошее. Вот отсюда я беру. А какие звуки это были? Вот смотрите, это дудук называется. Дудук, я знаю. Да. Ну, это самое такое распространенное. Сейчас в России много употребляют, уже много покупают. Вот, ну, здесь, чтобы воздух не пропустил отсюда. Спасибо. Я подпишу.